сегодня в гостях в республике Бакуда. Дорогие друзья, уважаемые гости, бескрайние поля и горы, нескончаемые девственные леса, многочисленные реки и озера, сокровища недра, ваш Кордостан. Но главным богатством и красотой этой земли является гостеприимный народ и его удивительное творчество. Yeah.
Yurttan gelin, gel buha, kuvvete gel, gel buha. Thank you.
Наполеон подошел, он уже к столице, на ее пороге он ухмыляется в лицо, ногу поднял на крыльцо, азаматы, словно львы, пыть врагу без головы, свет в глазах у львов учится, повидали много львы. Hi.
так часто смотрит на тебя? Не влюблен ли он в тебя? Thank you.
повыше голову. Бемоль не нужен, ровнее. Скажи, у вас...